Здравствуйте, дорогие садоводы и огородники! Вот опять я у себя на огороде и занимаюсь огородными делами. Занимаюсь я, в общем-то, грязной работой. Я уже немножко подсадила, но то, что нас ждет впереди, то, чем мы будем лакомиться, в общем-то, навевает хорошие мысли. А сейчас я высаживаю арбузы. Вот я прорастила в торфяных таблеточках арбузы. Это гибридный сорт голландской селекции, арбуз Топган. Их всего лишь у меня 8 штучек. Ну, дорогие семена, гибриды, я высеваю в стаканчики. Может быть, торфяные стаканчики, а может быть, обыкновенные. Ну, плюс еще и подсеваю просто в грунт. То же самое я делаю и с дынями. Насчет дынь я очень хочу сказать, что мне очень нравится. И каждый год сею, я уже сколько раз перепробовала, и остановилась на таком сорте, как Злато скифов. Это тоже гибридные, это дыньки небольшие, но они очень сладкие. Какая бы ни была погода, дыньки очень сладкие. И кто приходит в гости сюда, говорит: так, а где там твои дыньки? Они действительно очень хорошие. Значит, у меня Топган и у меня Злато скифов. Я высела ее, семена высела в стаканчики. В данном случае это торфяные стаканчики. Что нужно помнить, когда мы высеваем торфяные стаканчики? Они должны быть и хорошо-хорошо увлажнить, чтобы они там не сохли, чтобы корневая система арбузов дынь, она могла действительно, вот, даже видно, как у меня корешки уже выходят они, то есть я их правильно выращивала, они не были у меня сухие, эти стаканчики, и они легко приживутся. Но, посмотрев на эту рассаду, я хочу сказать, что она у меня вытянутая. В этом году так. Хотя вот некоторые дыньки, да, вот дыньки, вроде нормальная. Вот это вот получше, как для дыньки. Ну, ничего страшного. Я буду просто глубже садить. Значит, вот у меня яма. Здесь у меня уже есть перегной. Я насыпала перегной. И золы. Что же я делаю? Вот так вот. То есть глубоко мы закапываем. Так, вот таким вот образом. Сейчас мы польем, чтобы немножко осела земля. И польем очень обильно. Так, неудобно ведро находится. Ничего. У нас прошел, кстати, дождик, поэтому вот так вот. Земля не очень сухая. Ну, я вот высадила уже арбузики, высадила дыньки. Да, что хотела еще сказать, что когда-то мне посоветовали, что лучше дыни и арбузы чередовать. То есть вот ряд дынь, вернее, это сейчас у меня арбузы, ряд арбузов, ряд дынь. И так следующие ряды. Ну, вот так они лучше вроде бы родят. Не знаю, но я убедилась в другом. Более болеют у нас дыни, могут заболеть. И был год тогда, когда, в общем-то, у меня пропали дыньки. И так как они у меня чередовались с арбузами, в общем-то, мы не заметили. То есть земля не пустовала, да, была возможность хорошо ветвиться арбузом. Ну вот, земля немножко впиталась. Мы сейчас еще ее присыпем хорошо. У нас тепло, у нас 17 градусов днем, до 20 даже, ночью 10 градусов. Это хорошая температура, но при том, при всем, я буду все равно укрывать свои арбузы. Чем я укрываю? Я укрываю вот этими вот бутылками, многоразовое использование, они у меня уже не первый год служат. Мог быть с крышкой. Сейчас тепло, я не хочу их укрывать, тем более, что они у меня несколько дней уже были на улице, эти арбузики, дыни. Я крышкой не буду закрывать. Вот таким вот образом крышечку я положу рядышком. Если будет похолодание какое-то, значит, я еще и крышечкой укрою. Ну, в общем-то, и все. Садите арбузы и дыни. Свои намного вкуснее. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал.